Всем привет, с вами Алекс Ки. Недавно столкнулся с тем, что мое видео, которое я снял и выложил на YouTube, набирает просмотры. Я сначала удивился, может быть, я не снял видео не на актуальную тему, или, возможно, неправильно задал геотеги и заполнил описание и все необходимые элементы, чтобы мое видео продвигалось и давало больше просмотров. Но оказалось на деле совсем не так. При этом, что мое видео было заблокировано пользователем от первого канала. Ну, я так думаю, то, что это все-таки первый канал. Чем это связано, непонятно, потому что я использовал новости, которые показываются по телевизору. При этом, то, что эти новости общедоступны, и почему их нельзя использовать в качестве видеоматериалов, непонятно. Обратил внимание, что многие пользователи, у которых недостаточно большое количество подписчиков, также столкнулись с данной проблемой. Совсем понятно, почему Соболеву и другим пользователям, которые используют материалы первого канала, например, программы «Пусть говорят» те же самые синтольными руками и кучей всего остального бреда, который показывается в этой передаче, им не ставят и не запрещают показы, при этом то, что показы запрещены абсолютно во всех странах, непонятно почему. Я постараюсь каким-то образом исправить 20 секунд моего видеоролика так, чтобы вы его потом посмотрели, дали оценку. Может быть, я там действительно что-то неправильно высказал или нарушил чьи-то права. По моему мнению, идет небольшое недопонимание со стороны данного пользователя, который подает жалобу, потому что пользователь именно просматривает данный материал, при этом то, что он просмотрел первый и, соответственно, заблокировал показ. В чем проблема, почему блокирует он показ именно данного видео, если... К примеру, я не нарушаю какое-либо авторское право. То есть я обсуждаю видеоматериал данного пользователя. Тем более не данного пользователя, я вообще просто обсуждаю новости, которые показывают по телевизору. Почему и на каком основании он блокирует мое видео во всех странах? То есть если бы еще он заблокировал каким-то образом на территории Российской Федерации, так нет, он заблокировал во всех странах, и мне вот это вообще очень непонятно, неясно, будет ли дальше каким-то образом блокировать данный пользователь все мои видеоролики, которые я буду снимать, возможно, на эту тему, а может быть, и даже на другую, а также с использованием материалов первого канала. Если вы столкнулись с теми же самыми проблемами, пишите в комментариях, каким образом вам удается избежать данной ситуации. Ну, я надеюсь, что у моих подписчиков и те, кто будут снимать ролики, в дальнейшем таких проблем не будет. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие видео, жми колокольчик. Ну, у меня на этом все. Всем удачи, всем пока.